Всем здравствуйте! Постоянные зрители моего канала помнят, что несколько дней тому назад я выкладывал видео, в котором показывал, как посажаю саженцы, и у меня посажена груша. Но она вот такая вот. Видите как? И сейчас мне нужно ее выпрямить. Выпрямление происходит постепенно, за один сезон, но я думаю, с ней справлюсь. Все, что мне нужно, чтобы исправить эту ситуацию, так это иметь... Я вот нарезал такие ленточки со старой футболки. И иметь нужно вот такой вот один колышек. Сейчас я все буду делать, и вы сами все увидите, как, в принципе, это будет происходить. Вот таким вот образом этот сезон деревце будет расти. Я его просто привязал раз, два, три, четыре, в четырех местах колышку. И за сезон оно выровняется. И на осень я сниму эту обвязку и посмотрю. Конечно же, сниму об этом видео. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.